Государственном музее искусств имени Костеева прошло открытие персональной выставки «Гули Громова и Джумагари». В экспозиции представлено более 35 живописных произведений автора. Я назвала свою выставку «Игра в равновесие», потому что главная цель жизни каждого человека – это достичь равновесия духовного, физического, равновесия между материальным и духовным. Экспозиция состоит из нескольких циклов с оригинальными названиями. Среди них «Город грехов» – это любовь, портреты, время и выбор. В своих полотнах художница отображает окружающую ее действительность, давая возможность зрителю глубже понять проявление таких человеческих чувств и понятий, как радость и печаль, жизнь и смерть, добро и зло.